Ребята, всем привет. Еще хочу показать, мама так вот копает картошку. Мы находимся у себя дома. Вот дом. Это Принц Эдвард Айленд, Канада. Такие великолепные так вот виды. И мы сейчас находимся вот на копке. Мама вот сделала каким образом. А это вот, если посмотреть от дороги, просто небольшой участок земли. Там, конечно, у нас еще пол гектара земли за дом. Но вот нас вот как бы проводили воду в муниципалитетную. В дом. У нас был колодец, как бы у нас была такая вода, которая артезианская, но получилось так, что надо проводить, и было здесь скопано. И мама решила, чтобы вот эту скопанную часть как бы не засыпать травой, а засадить, то есть как бы чтобы использовать. Это самый слабый кусок картошки. Немного, но есть. Есть, достаточно. Ну так, если считать, что я ее не сыпала, не окучивала, только подсыпала. Вот. Ну вот посмотри, с двух картошин. С двух картошин, посмотри сколько. Ну это очень сухо, видишь, ой, подожди, еще что-то есть. Еще есть, да. Все, а вот еще. Ну все, тут больше не будет, потому что земля очень. Все, ладно, хватит. Ой. А вот в картошке. Ладно. Пойдет вазу цвести. А запах. Все. Тоже так от огорода. Пейзаж? Да, пейзаж. Ну ты знаешь, что земля бедная. Закрыл уже? Нет. Нет, все, давай. Ну да, потому что красный грунт, это как бы да, бедная, без... Да, без удобрений, не дышит. Она там. Но зато органик, картошка. Вот, ребята, хочу сказать, что абсолютно органик. А тут картошка, которая, сейчас представляете, даже еще цветет. А это попозже я посадила. Это попозже мы посадила, то есть будет попозже. Почему нет? Все. Зая, покажи так вот эти. Да. Вот еще так вот морковка, бурячок, вообще супер. Солнечник, да. Нам посмотри, высоту покажи, какая. Да. А запах? Мам, расскажите, что да это такое? Душистый горошек. Душистый горошек. Мама поросила душистый горошек. Ага. А ну подожди, тут у меня тоже в душистом горошке. Тоже морковка. А! Сейчас будет у нас... Морковка, ладно, все, хватит. Хай до осени подрастет, да? Да, да. Вот. А там земляничка. Покажи земляничка. Смотри, какая. Земляничка, вот гляньте. Покажи. Видно? Супер, супер, да. А тут? А, и вот, ну тут. Да, да, я показал. А, физалис, мам? Физалис, да. А ты такие вкусно. Так отъела, не? А? Да, да, это твоя любимая. Да, да, я помню, в общем, детстве такое то. Любила, это любил, вот такое, да. Это. А, очень вкусно, сладко. Зая, ты пробовала это? У нас еще тут помидоры есть, тоже эксклюзивно так, вот эксклюзивно здесь вот. Знаешь какой? Гроздья. Да, оно место такое. Да, место вот ага, у крыльца. И сейчас там придем. Тоже есть красивый помидор, очень большой. Подсолнух. А это урожай лука, вот я собрала. А, мама собрала урожай лука здесь вот. Вот тут куст очень красивый.
тоже так вот, помидоры, помидоры, чернобрывцы. Вот мамина теплица, а там наша территория вообще идет как бы от, как бы смотрите, дом это с другой стороны и вплоть до того леска, где начинаются большие деревья. Большая территория, ребята, и хочу сказать то, что дом был куплен за 165 тысяч долларов. И это столица провинции Принц Эдварда Айленда. В общем-то, очень доступное жилье. И вообще, мне здесь очень нравится. Ладно, кидай жать. Ну все, ребятки, до новой серии. Всем пока-пока. Подписывайтесь и комментируйте. И до скорого. Всем пока.